Пониженная температура ямальских зим порой вносит коррективы в планы на выходные. Как с пользой провести субботу, если прогулка из-за мороза отменяется? Заняться спортом. Ну или болеть за спортсменов. О товарищеском матче по волейболу наш следующий сюжет. Команде напротив физкульт. Суббота проходит активно и весело. В детско-юношеской спортивной школе «Юность» команда «Снегурочки» и «Снежные королевы» выясняют, кто лучше играет в волейбол. Такие спортивные встречи на регулярной основе организовывает комиссия по делам несовершеннолетних. Товарищеский матч между подростками и специалистами системы профилактики – одно из мероприятий в большом плане на 2023 год. В основном в спортивных состязаниях задействованы парни. И соревнования чаще по футболу, баскетболу и лыжам. Парней вообще звать там не надо. Они сами идут играть всегда в футбол и баскетбол. Ну вот я думаю, девушкам сегодня понравится. Я думаю, они будут активнее участвовать у нас. Есть же от этого эффект, результат. Девушки сегодня пробуют свои силы. Возможно, что им понравится заниматься волейболом. Они уже в дальнейшем смогут посещать учреждения сферы спортивной нашей, да, города и заниматься в секциях. Молодежь с удовольствием приобщается к спорту. Я люблю волейбол и пришла сюда именно потому, что хочу поиграть в волейбол, и я давно в него не играла, еще с лета. Сотрудники надзорных органов тоже рады возможности поактивничать в выходной и быть для подростков примером. Не было какой-то команды, которая могла бы прийти сюда и на постоянной основе заниматься. То есть все вот так написали нам в чат: приходите, девочки, участвуйте. Все, кто захотел, пришли и поучаствовали. Своим примером мы с коллегами показываем, что молодежь может заниматься активной жизнью, заниматься какими-то полезными делами, ходить заниматься спортом, на культурные мероприятия какие-то, которые постоянно у нас проходят в городе. Многие девчонки увлечены волейболом, играют в командах своих школ. Про расширение плана профилактической работы говорят: хорошая идея приобщиться не только к спорту, но и к культурным мероприятиям. Я бы с удовольствием поучаствовала в театральном кружке. Я бы хотела сыграть Снегурочку. Те, кто не играет, поддерживает свою команду. Болельщики посещают каждое спортивное мероприятие. Стараюсь посещать все эти мероприятия спортивные. Вот недавно был у нас футбол как раз, да, мы тоже там присутствовали, болели, конечно же, за наших подростков. Поддержать нашу молодежь может любой горожанин. График мероприятий доступен на странице комиссии по делам несовершеннолетних в ВК. Вера Потлова, Евгений Шевченко, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.